Грифчу, грифчу. Обгоняй, обгоняй, на обгон надо. Ты застрял. Я немного, да. Можем тебя убить, кстати. Что-то отнекивается. Не хочет. Но другого выхода нет, понимаешь? Нам придется тебя убить. Иначе ты там всегда, навсегда в земле останешься. Стреляй, Андрей. Давай. Подожди, мне как-то... Да не трясись ты. Прямо в голову. Прямо в глаз, по-моему, они чуть выше. Ты убил его, Андрей. Стрела конфискуется. Это стрела моя. Это стрела убийца. Сейчас вода, водичка закипит, и теперь мы помещаем туда мясо. Посмотрим, что из этого получится. О, видишь, бульончик. Посолил хотя бы, не знаю. Так, ну вот черный пар пошел, это хороший знак. Ты точно умеешь готовить? Конечно. О, искра была. Вот она. Так. Выглядит как говно. Пробуй. Ну слушай, вообще неплохо получилось, довольно вкусно. Всем рекомендую. Кушать подано. Смотрите, какая аппетитная серая жижа. Вунш-пунш. Ягодный суп. Сейчас накроем на стол. Шикарная еда. Осторожно, осторожно. Официанта сегодня никакой. Почему? Как пьяный зигзагами ходишь. Нормально, вкусно. Я просто проверял, теплый или нет, для себя же специально старался. Кстати, шоколадное яичко здесь, не трогай его, ладно? Я вот это мое. Теперь захотелось мне взять. Что это? Ну вообще-то яичко Гитлера, это только что обрезал. Я храню как коллекционное. Ну видно потому по его глазам, как он бешено бегает. Он психует. Да, он недоволен жизнью. Надо средней крови. Успокойся, лысый. Он хочет самоубиться стрелой, он сбрился последним волосом. Да ладно ты, расслабься. На рукоять, дамы и господа. Он хочет, ты хочешь, нет? Ты просто не понимаешь, ты что-то... Что? Что? Я язык жестов лысых не понимаю. Он сломал? Он отпилил не то. Да, и все, и сломалось, типа. Оказывается, можно. Так, сделать. Ну-ка, я сейчас гляну. Точно сломал? Да, все, ты все поломал. Ну, кажется, да. Котову стало плохо. Или ты его убил? Андрей, ты ничего не заметил? Он с голода умер, кажется. Да? Может быть, он все пытался нам сказать, что он голоден? Так, ну все, он теперь не голоден. Как мне кажется. Показал бы у меня вон мясо, показал бы на мясо. Он на говорит, на ладошку показывает, говорит, это типа голоден, не знаю, а как это... Что это значит? Видно, ну, как он делал? Он вот так вот делает. Да-да-да, вот как будто он женщину хочет. Или мужской любви, не знаю. Погнали в кузню. Пошли в кузницу. Кажется, он на тебя разозлился. Похоже, ваши отношения на этом закончатся. О, гриб! Ты видишь, Андрей? Смотри, смотри. Показать тебе? Живой. Да-да-да. Ты же чё? Ты схватил его, ты что, убийца? Видишь, это грибок с ножками. Вон, он бегает от тебя. Ты что делаешь, монстр? Бесчеловечный. Так, работает, работает. Заполняется шоколад, да. И слиточек вылетает. Да, все, готов, следующий. По пальцу не попади. Не, мне кажется, так не работает. Искры слышишь? Да, но это так не сработает точно, он уже все остыл. Как тебе там, уютно, тепло? Как в 42-м? Да, жопку греет. Пока ты не похож на кузнеца, похож на шута скорее. Он сзади. Да, у меня как будто провалил сейчас. Нет, вон. Смотри, как она светится, не то что другие. Как будто мороженое. Да, пошло дело. Да, вон форма меняется. Все, по-моему. Стой. Ой, прошу все, прощения. Допустим. Ничего страшного, до свадьбы заживет, Андрей. Ты в стену врезался от боли. Все, готово лезвие. И что это за меч такой? Это короткоствол какой-то. О, смотри. Ну да, действительно. А, слушай, это инструмент на самом-то деле, ножик. Теперь мы можем разделывать. Ну-ка, мясо давай попробуем. Ну-ка, режь. Шикарно.
Отлично, тогда мы два нормальных инструмента сделали. Даже косточки, смотри, клыки остро. Да-да-да. Мы теперь из них что-то можем делать. Зубы вставить, например. О! И врагов кромсать. Это как оружие. Не, вен резать не надо. Да. Классный кинжал, кстати. Да, двусторонний можно сделать. А что такое? Ты меня уколол этим кинжалом. Давай ПВП, Андрей. Ты со своим ножом, а я с ржавым дерьмом. Серьезно? Да, я вообще и быстрее. Готов? Поножовщина, поножовщина. Опался! Сзади, сзади! А тебе больно? Нет, вообще ничего не чувствую. Ну, потому что говно инструмент. Ну-ка, проткни меня, проткни. О, давай, давай. Покажи, что можешь. И это все, на что ты способен? Это все. Вот, теперь больно. По голове, потому что попал. Вот ты по голове куда ни тыкай, и вообще ничего не чувствую почти. Потому что говно, блин. Вот дай нож, будет. Покажу, как надо. Ну-ка, сейчас ткну основанием этим костяным. Как ржавый. Да? А теперь хотя нет, лезвие. Не, получше. Получше ржавый. О, стой, не надо. Ну вот иначе мы выяснили, что твой нож работает, сам себя проткнул только что. Да, спокойно, дружеская перепалка лишь. Мы уже помирились. Я предлагаю, у нас есть... Потом выпьем и все забудем. И камень лучше с собой тут не таскай. Скажу, я хотел его, кстати, пойти. Хотя, может бахнем. Так, пошли наверху, там же это проход откроем. Да мне кажется, это не сработает, вдруг слишком маленький. Отличный бросок, Андрей. У него нет ног, а ты ему в колено пытался попасть. Ой, прямо в грудь. Легкое не пробило. Не, нормально. Да он легкий, я думал, больше взрывать будет. Че, да все, стрелы потратил. Сам виноват. Да, сам виноват. Ты использовал их. Вон они еще тут валятся. Я вот свои просрал, и не жалею. Ага. Хватай быстрее. Он опять в земле застрял. Блин, мне кажется, ты ущемляешь лысых, Андрей. Это какая-то дискриминация. Он же побрился? По волосяному покрову. А что потом?